Здравствуйте! Сегодня мы запускаем новую рубрику «Территория комфорта». В данной рубрике мы расскажем о современных гаджетах, которые позволят улучшить климат в доме и сэкономить ваши деньги. Рубрику мы начнем с комнатных термостатов, доставку которых мы ожидаем с минуты на минуту. Кстати, вот и она. Все данные устройства нам любезно предоставили мои очень хорошие друзья. Магазин «Мир газа». У нас есть «Протерм», «Аристон», «Кивол», Bosch, Siemens. Все это простейшие термостаты. Они механические. Отличаются они по дизайну. Принцип работы у них одинаков. При изменении температуры биметаллическая пружина размыкает или замыкает контакты, и котел включается или выключается. Ну или оборудование, к которому они подключены. Изменение температуры происходит вращением данной ручки. Среди этих гаджетов я бы выделил термостат Bosch. Его устройство немного отличается от остальных. Разбираются они очень легко. Это массивное реле. По моему мнению, более долговечно и способна выдержать больше циклов включения-выключения. Следующий вид термостатов – простые электронные. Отличаются они электронной платой внутри. И дополнительным питанием от батареек или сети 220 вольт. А в некоторых случаях наличием экрана с отображением фактической температуры в помещении. Настройка температуры происходит аналогично механическим. В этом случае при подключении по протоколу OpenTherm у вас появляется возможность управления всеми функциями котла вплоть до настройки температуры ГВС. Также к простым электронным я бы отнес термостат Salus. Он является суточным и дает возможность регулировки температуры по часам в течение суток. На его экране отображается температура, режимы работы и заряд батарейки, от которой он питается. Все эти электронные термостаты обладают меньшей погрешностью, чем механические. И как заявляют производители, она составляет 0,5 градуса. Следующим пунктом, на который я бы хотел обратить внимание, являются недельные термостаты. Salus и Teplacom в нашем случае.
Их преимущество заключается в том, что у вас появляется возможность регулирования по часам в течение 7 дней недели. Данная функция очень полезна для применения в дачных домах или в случае, когда пользователь отсутствует долгое время. К примеру, работает 5-дневную рабочую неделю. А если у вас нет возможности проложить провода, оптимальным вариантом для вас будут суточный и недельный термостаты Теплаком. По настройкам они не отличаются от проводных, но в их комплекте присутствует беспроводной приемник, а также у них неплохой дизайн. Очень удобно расположить такой на прикроватной тумбочке. Существует, конечно же, много и других термостатов, как от вышеперечисленных производителей, так и от других. Мы вам показали те, которые у нас есть в наличии. За это еще раз мы хотели бы поблагодарить магазин «Мир Газа». В следующий раз в рамках данной рубрики мы расскажем о уличных датчиках, термоголовках и о многом другом. Будем рады видеть ваши комментарии по сегодняшней теме. А теперь возвращаемся к обещанному конкурсу, главным условием которого является подписка на наш канал и сообщество ВКонтакте, ссылку на которое вы найдете в описании. Розыгрыш состоится в сентябре. Более точную дату вы узнаете в одном из следующих видео. Победитель будет выбран случайно в прямом эфире. Счастливчик получит термостат Ariston, предоставленный магазином «Мир Газа». Так что не упустите свой шанс. Желаю всем удачи. На этом все. Всем спасибо. До свидания.